Поддержка, аплодисменты и испытания. Лучшего продавца группы компаний «Шамса» выбрали на Камчатке. Конкурс профессионального мастерства прошел в среду 20 июля в киноцентре «Лимонад» в Петропавловске. Мы считаем, что продавцы – это у нас такая фронтовая часть нашей всей работы, потому что непосредственный контакт нашей компании с нашими потребителями – это продавцы и кассиры. Поэтому мы каждый год проводим это мероприятие, чтобы их мотивировать, чтобы их поднять уровень обслуживания наших магазинов и чтобы продавцы были более вдохновлены в части своей работы. Всего за звание лучшего продавца боролись 6 конкурсантов. Первый этап – теоретический. Участникам предстояло пройти тестирование и ответить на 20 вопросов по теме торговля. Во втором, практическом этапе у продавцов было 4 задания – визитная карточка, выкладка товаров, презентация товаров и торговые ситуации. Это направление правильное такой работы. Это светлая корпоративная культура. Она делает сильнее не только работу каждого продавца, не только обеспечивает искренний сервис в его работе, но и помогает сплотить коллектив вокруг целей, направленных на все большее и лучшее удовлетворение потребностей покупателя. По итогам конкурса лучшим продавцом группы компаний «Шамса» признана Елизавета Литовка. Помимо почетного звания, Елизавета получила денежную премию в размере 30 тысяч рублей. Я дико волновалась, волнуюсь до сих пор, но я не могу поверить, что я первое место заняла. Я очень рада. Отметим, что за второе место приз составил 20 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч рублей. Другие участники конкурса, которые не попали в число призеров, получили поощрительные подарки. Свои таланты продемонстрировали и болельщики. На протяжении всего конкурса они поддерживали участников громкими речевками, песнями и красочными плакатами. Добавим, что ежегодный конкурс «Лучший продавец» проводится в рамках праздника «День работников торговли». Он отмечается в четвертую субботу июля и в этом году придется на 23 число.